Сегодня в северной части города около 15 жилых домов остались без воды. Кроме того, от холодного водоснабжения было отключено несколько детских садов, школ и магазинов. Причина отключения – авария на трубопроводе. В 2007 году на улице Первомайская, где сегодня и проходили работы по устранению аварии, отремонтировали трубу холодного водоснабжения, установив хомут. Вчера место соединения дало течь. Бригада водоканал-сервиса весь день экстренно устраняла аварию. Сейчас прохудившийся металлический фрагмент убрали, заменив на новую полиэтиленовую вставку, которая прослужит не один десяток лет. К вечеру водоснабжение было возобновлено. Жителям, в чьих квартирах не появилась вода, нужно проверить свои фильтры. Если причина не в них, следует обращаться в свою управляющую компанию или в диспетчерскую службу водоканал-сервиса по телефону 6 44 19.